2 марта в досуговом центре «Галактика» Калининского района прошел праздник русской песни «Проводы зимы». Знаете, я так люблю этот праздник, поэтому всегда очень хочется, чтобы все праздновали его, всю неделю ели блины, веселились. А сегодня прощенное воскресенье. И поэтому, конечно, чтобы друг друга все простили. И я тоже прошу прощения у всех людей, с которыми общаюсь, с которыми могла кому-то, может быть, обидеть ненароком. Также присоединяюсь к поздравлению и хочу дополнить, что вокалисты мои будут тоже сегодня участвовать и будут поздравлять всех зрителей. Так что будет у нас радость и веселье. Зрители заняли свои места в зале. На сцене появились слайды, в которых наглядно рассказывалось о том, как отмечали Масленицу наши предки. Вот одна из традиций. Воскресный день пекли блины. Первый блин нужно было положить на окно родителям. Традиционно жгли чучело масленицы. Крепкие мужчины соревновались в умении залезть на деревянный столб. Сегодня необычный концерт. Хор разместился прямо в зрительном зале, тем самым стерев все границы между слушателями и выступающими. Пели любимые народные песни, читали стихи, просили прощения друг у друга за все обиды. В холле досугового центра разместились умельцы, которые проводят для всех желающих мастер-класс по художественной росписи. Здесь представлены прекрасные предметы быта и украшения, матрешки, картины, разделочные доски. Приятно, что досуговый центр всеми возможностями взращивает в жителях Калининского района любовь к русским праздникам, традициям и песням.